Водитель маршрутки жестоко надругался над несовершеннолетней перед убийством. Факт сексуального насилия подтвердила медицинская экспертиза. В деле о шокирующей расправе над первокурсницей добавились новые подробности. Напомним, в сентябре прошлого года пропала 17-летняя студентка. Она села в маршрутку и отправилась в МИАС. В такси она оказалась единственным пассажиром. Водитель решил воспользоваться таким положением дел. Увез девушку в лес и там решил изнасиловать. Когда девушка попыталась оказать ему сопротивление, он взял ее силой, а потом убил. И спрятал тело. Я уже сегодня уже конкретно осознал все. Сам себе каюсь. Новые эпизоды преступления будут объединены в одно производство по уголовному делу. Материалы в скором времени передадут в суд. Маршрутчик признался в убийстве девочки, но факт изнасилования отрицал. Кстати, после этой истории от него ушла жена.